На-на-на-на-на. Артём Новохацких пробует себя на кастинге не первый год. Его девиз – никогда не сдаваться. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Снова я, это кто? Артём Новохацких. Ну что вы нам в этом году приготовили, Артём? 14. Буду исполнять песню Рушнова «Медленно уходит осень». Прямо в тему. Мы вас слушаем. Все, может быть, да? Медленно уходит осень, а дождя устали. И трава, и желтые листья, снова тучи на рассвете, где берет их только ветер каждый день. Ему безразлично, ему безразлично, а я так жду последний день в этом году тепла и солнца. Я так жду последний день немного лета, а я так жду, а осень зла и надо мной смеется. Ночь уйдет и снова дождь придет с рассветом, с рассветом. Мы с тобой. А что-то другое? Помимо творчества, что-то новое. А, песня что-то новое что-нибудь? Помимо творчества. А. Не знаю, я хотите букет из белых роз, так отрывок. Ну, фу, а какие вообще песни еще поете? И вообще, где поете или пели где-то? Когда учился еще в школе, я занимался в ДК у себя в Ермолаево. А сейчас я учусь в педагогическом и там пою. Сколько Отлично. Вам лет? 17. Ну так что вы поете-то еще, кроме Штанова? Ну, по-разному. Ну, по-разному что? Кого еще можете сейчас исполнить? Лидер забыл, как он называется. Ну, давайте я просто спою и все. Спойте. Давайте просто спойте. Букет из белых роз, любовь здесь в каждом лепестке. Букет из белых роз, такая нежная к тебе. Букет из белых роз, достойна ты любых красот. Кто любит, тот меня поймет. Это был припев, да? Да. А можешь с куплета начать? Небо тает облаками, я иду к тебе с цветами. Ты моя, ты любимая. Там даже девушка поет. Понятно. Ты не будешь петь? Нет. Почему? Ну, это же девушка поет. Ну что? Все ясно. Ну, все ясно. Есть вопросы? Нет. Вы в педагогическом учитесь? Да. На каком курсе? На втором курсе. А, на втором курсе. Да. Там поете где-то, да, или как? Там, да. Выступаем. Там, да. В смысле, там, да. Что там, да? Ну, выступаем на всяких концертах. На всяких. Какие там есть, да. У вас там всякие концерты. Ну, там много концертов. Ясно. Ладно, Артём, спасибо. Спасибо. Новохацкий Артём Эдуардович. Артём, помните, в прошлом году я вам говорила, вам нужно еще дальше работать над собой, стремиться. Я вам скажу, также и в этом году вам дальше надо работать, стремиться, дальше идти. И, возможно, в следующем году вам повезет. В этом году.